Калмыкия в числе лидеров по повышению финансовой грамотности населения. Накануне жители республики смогли принять участие в онлайн-вебинаре в рамках курируемой Министерством финансов России программы по повышению финансовой грамотности. В числе спикеров – эксперты из Москвы и ряда регионов России. Участники обменялись опытом реализации проекта. Как было озвучено, степной регион является лидером одного из кластеров по социально-экономическим показателям. В целях формирования финансовой культуры и управления личными финансами в республике реализуется ряд мероприятий. В частности, повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций в Республике Калмыкия на 2018-2021 годы. Большую популярность приобретают школы финансовой грамотности, где каждый желающий может получить не только теоретические знания, но и практические навыки.